спешит Дед Мороз на наш праздник новогодний. С ним Снегурочка сама! Разойдись-ка, детвора! Под крики детворы и под веселые приветствия горожан главный сказочный гость появился на новогоднем празднике. Его ждали уже с нетерпением. И вот он на красочных санях машет рукой всем собравшимся на празднике. Сделав традиционный круг вокруг елки, Дед Мороз со Снегурочкой поднялись на сцену, чтобы поздравить гостей праздника с Новым годом. Здравствуйте, честной народ! Мы привезли к вам праздник, Новый год! С Новым годом! Всем привет! Всем добра, мира и тепла! Каждый год мы с Кунакова спешим, чтобы всех поздравить с Новым годом. Пусть над площадью вам музыку звучит зимний праздник для всего народа. По доброй традиции сказочный гость зачитал свой наказ, чтобы наш город процветал, а конаковцы были все здоровы и счастливы. Во имя процветания града Конакова, дабы казна была полной, желаю здоровья богатырского, удали молодецкой, энергии неиссякаемой, пусть дом ваш будет полной чашей. Не забыл главный волшебник отметить и лучших участников конкурса за самую оригинальную новогоднюю игрушку, которая сейчас украшает центральную елку праздника. Все призеры были награждены памятными грамотами, кубками и медалями, а также сладкими подарками. Подарки подарками, а какой новогодний праздник, да без веселых песен, плясок и хороводов вокруг елки. Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи поднимали настроение каждому, и взрослым, и детям. Горожане согревались не только шутками, танцами, новогодними поздравлениями и различными конкурсами, но и теплой атмосферой праздника, которую удалось создать организаторам торжественного мероприятия.